Харков. Мы знаем, что Харьков очень важный центр, это промышленный центр и очень важный для Украины в целом. И, конечно, наша задача на сегодняшний день является убедить итальянских бизнесменов прийти в Украину и начать работать. Политика президента Зеленского направлена на увеличение портфеля предприятий, которые планируются и уже приватизируются в данный момент времени. В 90-е годы, когда происходила тоже большая приватизация в Украине, не все было честно и открыто. Сегодня мы имеем абсолютно другую ситуацию. Сегодня приватизация, я вас заверяю, проходит прозоро. Анализируя ситуацию, я вижу, что пока в большей степени принимают участие в приватизации внутренний инвестор. Президент Владимир Зеленский и сам об этом часто говорит и ставит нам задачи в регионах того, чтобы мы работали над привлечением инвестиций иностранных в экономику региона. Очень важно то, что вы сказали. Действительно, я знаю, что будет большая приватизация. И мы, конечно, об этом сообщим в Италии своим предпринимателям. Но очень важно им донести на самом деле информацию, которая будет давать им возможность не бояться зайти в Украину. Я со своей стороны сделаю все для того, чтобы государственные органы думали лишь только об интересах государства Украины и итальянского инвестора. У нас такое отродилось новое словосочетание – бизнес-няня. Я готов быть бизнес-няней для каждого итальянского инвестора в регионе.